Сегодня готовим салат из свежей капусты. Для его приготовления нам понадобится 500 грамм свежей капусты, 1 морковь, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка сахара, 1 чайная ложка уксуса. Капусту шинкуем тонкой соломкой. Морковь натираем на крупной терке. Все перекладываем в большую емкость. Добавляем соль, сахар, уксус. Хорошо все руками отжимаем, пока не появится сок. Перекладываем салат в салатник. Приятного аппетита!